Ты любишь чипсы? Да. Такие бедрусские чипсы любишь, малыш? Ну, больше люблю, которые в таком пакетике. Пакетики любишь? Но мы же не покупаем эту гадость. Мы такая. Пакетики тоже такие. Мы сегодня едем в Краков. В Краков едем. В Новый город. В Новый город едем. Там красиво. Там красиво. Там кто-то пришел. Кто-то, знаешь? Ой. Кто-то плакал. Ой. А что плакал? У кого там что вибрирует? Что плакал, Ян? Вот там. Кто там спрятался? Вылазь, немножко. Вылазь. Курточка моя, так хорошо. Ой, а что это за штука называется? Это похоже на ксилофон. Нашелся. У тебя отлично получается. Шикарно. Фиск, всем привет! Смотри, мальчик. Держи. Давай. Тебе, может, это вставишь куда-нибудь? Да. А давай ты будешь медленными, а я буду быстрее. Оп. Теперь левый сюда. Папа, ты как недоволен. Все. Привет, Колплоток Пикчер. Да слышишь меня там? Надя, ты меня слышишь? Ча? Надя, ты меня слышишь? Даже я слышу. Слышу, слышу! Ирочка, ты музицируешь, что? Класс! Ну-ну-ну-ну! Фука, фука в рот! Ну-ну-ну! Да, я! Мама, смотри! Мама сейчас сделает! Спускайся! Да, держи! Да. Да. Пошли на батуте попрыгаем. Я видела, там еще классный батут есть. А я смотрела на эту штуку, думаю, что в ней, какое в ней предназначение. Тут нет батута. Есть батут, прям покажу тебе. Миша, тут я не могу никуда поставить камеру. Давай я на эту штуку. Кран уехал. Уходите, Голубко. Тут слойка идет. Понятно. Сторис такой умный. Покажись ко мне. Это тут. Слойка одна. Янка, это камера. Слышишь, Надя вчера спрашивала, а где ее подарок из пещеры? Доброе утро, Надежда. Не хочет делиться впечатлениями о прошедшей ночи. Янка, ты хочешь что-то сказать? Дружечка. Скажи пару слов. Ты уже подтачиваешь печеньку?
Хочешь завтрака? Вот наша мамочка, наша опора. А что там ко мне подлизываетесь, мальчики? Есть не гость хотите? Ян уже принимает пищу. Ян уже принимает пищу? У нас сов. Там еще... Мне очень нужно посмотреть, как оно происходит. Надо было как-то промотать колпочек, это уже колпочек. Мамочки! О, Боже! Сними-ка капюшон. Вот он так держится, как взрослый, смотрите. Он так держится, как большой человек. Проспал в соляной пещере 2 часа. Оздоровился, полетел свой нос сопливый. Молодец. Да кто же это такой? Сейчас буду его ловить за ножки. Тыка-тыка-тыка-тыка-тыка-тыка-тыка-тыка. Зап! Ап! 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 Ап, мама! Надь, держи его. Надь, подожди. Ну почему здесь так все классно? Детская площадка. Инвентарь для фотосессии. Ой, где мои цветки? Я в кармашек положу. Мамочка, дай мне цветки. Ян, Ян, там какие агути, вон зверь побежал. А вот эти смешные будут, сурикаты, на задних лапах. Суслики. Вон сидит Аня, вот прям перед Яном. Ян, вон сидит, вот на дереве. Вон зверь, видишь, сидит с хвостом. Ян видит дверь или нет? Написано на желтой табличке. Просим не трогать стекло. Это для тебя. Ой, оно так смешно. Такая крыша. В песке видят под цветом. Камнями глаза. Шмык. Мы только все боятся людей. Все животные боятся людей. Звонков сколько у человека? 7. Мама подготовила, сразу видно. Мы читали, что у нас бабушка присылает эти штуки. Мы бы почитали. Бабушка Лариса присылает вам штуки, и вы в курсе? Мы в курсе. У нас там было про льва и про жирафа. Жирафа 7 позвонков, как у человека. Но они длинные и широкие, такие плоские. Да. Янка, ты видишь жирафа? Что-то они, смотрите, какой-то, как это называется? Погибают. Как-то они его прессуют. Жалко, мы пропустили только что Ян так экал, когда мы начали есть канапку.
Типа, типа, дайте мне. Нет, нет, нет. 12.05. Мама ему дала канапку, и он, вот смотрите, как наблюдает за жирафами. Знаешь, что они спят все время стоя? И слон спит стоя тоже. Они спят стоя, потому что... Ну, потому что длинные ноги, и если он ляжет, то во время опасности, ну, при случае опасности ему тяжело быстро подняться и убежать. Но иногда, если жираф чувствует себя в безопасности, в каком-то таком тихом местечке, они могут ложиться. Это так смешно, так сворачиваются клубочком, свою шею заворачивают. Угу. И поджимают ноги таким клубком. Я никогда не вижу. Смотри, как где вода у него, видишь, высоко, сказать, чтобы удобно было, видишь? Не на земле, а на столбе такая вот черная подведерочка. Топить хочешь? Бутерброд носит. Цветы. Нет, вот это вот что за листики. Вот это вот папа. Пап, что это? Пап, что это? Я не знаю. Ну, вот эти вот за кустики. Так он неторопливый, нежный, так знаешь. Tak, staramy się codziennie, ale na tyle, na ile nam one pozwalają, bo niekiedy jak wejdziemy ze szczotkami ten do szorowania, to się boją i boimy się, żeby nie zeszły nam z jajek. Pingwiny Gumbelda, вот как нежится здесь у нas. Czyścimy na tyle, na ile nam one pozwalają, bo nie chcemy, że zbieram. Pan tam bezpośrednio na komorce kościół tego gniazda jest taka trudniejsza ściana, no bo tam on się bardzo boi, jak ze szczotkami. Апофеоз. Посещение зоопарка. Кормление слонов. Чем кормят слонов? Капустка. Хлеб. Obie słomice urodziły się na wolności i w wieku około jednego roku zostały złapane i przeznaczone do pracy w cyrku. Baby była kresowana w cyrku Orfei we Włoszech, a Cita w niemieckim cyrku Helmut Quisel, skąd następnie trafiła do Safari Gelsendorf w Austrii. W roku 2004 Baby trafiła do Terra Natura Park w Hiszpanii, a rok później dołączyła do niej Cita. W roku 2006 obie słonice przybyły do krakowskiego zoo. Na wolności słonie indyjskie występują w Indiach, na Ceylonie, w południowej Azji oraz Borneo i Sumatrze. Po ciąży trwającej około 22 miesiące samica rodzi jedno młode, które karmi do wieku 18 miesięcy.